Здравствуйте, это наш второй видеоотчет. Мы лечимся у Давида уже около 2 недель. И происходят у нас изменения в лучшую сторону, прежде всего вот в плане поведения. Он у нас, Саша, стал более спокойный и послушный. Он на прогулках, вот, например, раньше у него стереотипия была, но сейчас немного еще есть, по маршруту он по своему ходит. То есть он ходит туда, куда ему надо, а не туда, куда, ну, мы его хотим повести. Он как бы знает, куда ему идти, и все, и в другую сторону его не свернуть. Теперь-то он стал уже слушаться нас и поворачивать туда, куда мы его поворачиваем. Ну вот. Саша стал налаживаться сон, стал засыпать он раньше, спит долго, без лекарств. Он уже несколько лет, я ему давала снотворное, потому что невозможно было, ночью просыпался. И я также тоже стала спать без лекарства и все моментально засыпать, даже раньше Саши. И сон тоже до утра сплю спокойно. Раньше вообще не могла, уже 2 года, наверное, уже сон у меня так расстроился. Думала, когда Саша будет спать, что же я буду делать? И я ему не давала спать. Теперь сплю, засыпаю, утром только просыпаюсь. Сны снятся, и их запоминаю. Саша стал спокойнее, стал ждать мультики. Утром мы с ним обнимаемся, смотрим друг другу в глаза. Он мне долго смотрит, обнимает меня, целует. Раньше мы его научили целоваться, но он как-то механически все это делал. Саша поцелует, он так чмокнет и все. А сейчас он вот сам целует мягко, нежно, несколько раз. Как ребенок обычный. Потом мультики стал смотреть разные, я ему стала включать, проверяю его, будет он смотреть или нет. Раньше он вообще одни и те же смотрел по несколько раз, одно и то же. Сейчас он разные смотрит и сюжет, видимо, понимает, смеется, хочет. Если страшно, убегает. Если там что-то смешно, смеется, реагирует больше, так стал. И ждет, не психует. Если ему не нравится, он пульт подает и ждет, сидит. Ну, он может, конечно, попсиховать, ребенок же все-таки. Но так вот он спокойнее стал. Потом в бассейн, например, бассейн на улице стоит, погода испортилась, купаться нельзя. Это мы подойдем, он подойдет к двери купаться. Я ему скажу, дождь идет, гром гремит, нельзя, Саша, все. Он спокойно уходит. А вот весь июнь ходил купаться, так он там посидит. Что-нибудь да заорет, посидит, заорет. Я вот все боялась, соседи там уже нам замечания стали делать. А теперь он, когда тепло купается, спокойно, скажешь ему, Саша, пойдем, все, хватит. Ну, маленько посидит и уходит. Без истерик. Ну, вот так все в основном нормально у нас идет. Сама спокойнее стала, дочь, даже у меня старшая, 12 лет, заметила. Спрашивает, мама, ты спокойная такая стала, у Давида лечишься? Я говорю, да, и тебя надо маленько подлечить. И а то мы с ней раньше все время ругались. Что-нибудь попросишь ее, она, нет, нет, не могу. А теперь говорит, не могу, или там не хочу. Я говорю, ну ладно, я сама сделаю. И она сразу тут же говорит, ну нет, нет, и мама, я помогу, я сделаю. Соглашается. Ну, пока в основном все так. Вот следим за Сашей, отслеживаем прогресс его. Давиду спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.